14 апреля состоится прямая линия с Владимиром Путиным. На этот раз вопрос президенту можно будет задать не только традиционными способами с помощью смс-сообщения или звонка, но и в социальной сети ВКонтакте. Прием вопросов начался сегодня в полдень. Сама же прямая линия начнется тоже в полдень, ровно через неделю. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. С 11 апреля в области начнется прием документов на добычу кабана. Об этом сообщило региональное министерство охраны окружающей среды. Для того, чтобы получить разрешение на охоту, необходимо обратиться с заявлением по адресу Красноармейская, 17, в кабинет 201. Охота на кабана начнется с 1 июня этого года и завершится 28 февраля 2017. Советских сотрудников МЧС пересадили на лошадей. Верхом спасатели будут патрулировать заречную часть районного центра, в которой проживает более 200 человек во время лесных пожаров. Прежде чем пересесть на лошадь, сотрудники МЧС прошли специальную подготовку. Тренировки проходили на базе местного конного клуба. 70 миллионов на развитие культуры и спорта. Такую сумму выделило правительство России Кировской области. Средства были выделены в рамках госпрограммы. Как сообщило областное министерство, около 11 миллионов пойдут на тренажеры, информационное электронное табло и беговые дорожки. Большая часть, это более 60 миллионов, будет потрачена на строительство культурно-оздоровительного комплекса в городе Советске.